И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, с Димом Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас хоррор. Димончик, поздравайся. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Карта очень не свежая, 2016 года, но очень страшные комментарии, классные. И даже поставили ей 4 звездочки. А знаете, почему 4 звездочки? Потому что все 5-звездочные карты крутые мы уже записали. Да. Знаешь, как, Димон, еще есть, мы будем смотреть карты, которые недооценены. Может, она все-таки крутая, мы ей 5 звездочек поставим, правильно? Типа, которые вообще неоцененные, да? Да, кстати, можно смотреть неоцененные вообще, свежачок. Димон, давай не будем спешить. А перевести? Ай-яй-яй, там же было написано, что да факин еще. Там что-то было, ну ладно. Так, Димон, смотри на картине, а нет, это Лермонтов. Димон, кто это на картине? Я ничего не буду лучше говорить. Потому... Я знаю, почему ты не хочешь говорить. Чтобы не показаться сильно умным. А то позорись еще. О, смотри, тут прям какая-то дымка, правильно, да, Димас? А что тут накурено? Ой-ой-ой. А дай в зеркало на себя посмотрю. Я спринтрап. Я немножко громкость потише сделаю. А, это часы деленькают. На серверах играл, у меня там громкость повыше. Угу, тут на серверах не надо громкость. И что, знаешь, сейчас скример громко как выскочит? Вот это будет сильно. Эй, хата открылась. О, блин, а ключ? Этот ключ сюда подошел, да, к этой двери? Сразу по прямой. А, не получится, не получится. Давай наверх. Так, поднимаемся. Наверху, наверное, какие-то плюшки делают, жарят. Потому что может быть. Что-то да, жареным пахнет. Видел, Димас, просто лестница взяла и сама выдвинулась. Нас ведут на смерть. Ух ты, ребята, это, блин, жутко. Блин, сейчас по голове шкафом тебя. Когда... А чё, блин, я не ожидал. В башмаки. Хоррорах не делают так, чтобы падало что-то. Делают, делают. Я не ожидал, что на меня что-то падает. Сейчас еще раз упадет, смотри. Блин, стекла. Иди, иди вперед, иди, я буду контролировать. Давай я буду идти. Смотри, меня никто трогать не будет, потому что я свой. Видишь? Свой в доску, пацан, да? Давай мне. Так, интересно, от чего эта калитка? Ой, ключ. От той двери, которая по прямику была, помнишь? Понял, идем. Смотри, здесь сейчас ящики попадают. Да ну, мужики, вы не серьезные вообще. Слышал, кошка. Вяу. Прикольно. Это типа кошка бегает и ломается. О, нифига себе, кошка опасная. Большая кошка, невидимая. Здорово. Да что вы ломаете новый... Все разломает всю весь дом. Качественная карта, че ее не так поставили? О, Димон, сработало. Моя очередь ловить скример. Тихо. У меня тут все падает, мне понравилось. Димон, очень скажется, с этой дырки упадет люстра. Да? Не. А я бы сделал, чтобы люстра упала. Или вот это вот какая-то. Это было бы еще эпичнее, да, Димас? Ну было бы прикольно, чтобы упала люстра и типа стол разломала. Было бы классно, да. Надо все обыскивать. Так. Скорее всего, это люстра, это не физическая, ее надо физическую найти еще. О! А! Чё такое? Димас, о, я к тебе тэпэхнулся. Да. Подожди, да. Димон, мы на потолке! Да, а я думаю, что-то не так с моей головой, походу. Блин, прикольно. Кстати, первый раз такое вижу в Гаррис Моде. Было такое или нет? А, не, когда-то так... помню, было в какой-то карте, что была комната вверх ногами. Было, было. И я чё помню. Нам здесь делать, алло? Два запрыгивать. Вот, а мы прыгать не можем. В камин может? О, ключ. Чего? О, перевернулись. Ты глобус нажал. Нет, я ключ взял, короче, который был на столе. И все назад перевернулось. Так, открывайте хату. Нормально. Может не это? Может надо... О, открылось. Сейчас, пойдем. Пойдем. Ключ несем. Так, а куда ключ? А, вот сюда, наверное, вот эта дверь, сейчас я вставлю. Ну-ка. О, правильно, Димас. Так, сейчас будет скример, иди. Вот это чувака расквасило, смотри на стене какая. Кровяша в виде сердечка, гениально. Это, Димас, это не кровяша, Димас, это компот вылил тут. Это варенье, Димас, варенье. Так, а что здесь? Здесь просто погреб, Димас. Вот видишь, здесь вино просто делают, понял? Ну, хранилище. Чувак просто вином облился, и все. И так как это? Винохранилище? Да, да, погребная. Ой, какая погребная. Я думал, мы ключ пропустили. Ого, это что, библиотека такая топовая? Смотри, там посередине что-то будет. Смотри, там кто-то идет, Димон, на балконе вверху.
Подожди, подожди. Идет дальше. Это твоя костяшка, забери. Мужик, ты иди сюда. Так. Он остановился, посмотрел на нас и дальше пошел. Да. Вот это что такое я нашел? Какую-то косточку, блин. Попробуем ее к двери приложить. Не? Костяшка, это даже не ключ, это косточка. Но она светится белым, значит она нужна. О, череп нашел, прикинь. Это сейчас. Может надо. А, надо скелета посередине собрать. А, Дима, смотри, эта косточка теперь вокруг этой вращается, вокруг свечи. Все, давай, собираем это скелетоса. Так, сейчас. О, Димас, иди сюда, смотри, как тут прикольно сделано. Смотри. А где ты эти трупы находишь? А вот на полочках. А, я на полочке не туда смотрю. Знаешь, что подсвечивается, это штуки подсвечиваются. Их легко найти. Все, понял, it's okay. Просто смотри на полочку, и там что-то светится. Даже. У меня фонарик не отключается, что так-то? У меня, кстати, то же самое. Значит, так нужно, Димас, по-любому. Бегать нельзя быстро. Вот, еще нашел что-то. Да, я уже, наверное, хожу там, где ты ходил. Ну ничего, сейчас все будет. Так, это сюда не подходит, сюда не подходит. О, подошло, сюда. Прикол. Так. Вот, Димас, давай сюда. Но лестницу такую вентиляцию. О, прикольно, спиральная лестница. Сейчас будет скример. А, да. А что дальше не могу пройти? Иди. А, нельзя дальше? А, можно. Может, буканулось что-то? О, смотри, здесь можно тоже что-то находить. А я тоже не могу пройти, сразу прыгать там. Я нашел костяшку, короче, я ее сейчас сброшу вниз. Так, костяшку сбросил вниз одну. Так, смотри, здесь еще есть костяшки. Ничего нету. Нету, да? На ту сторону надо. Да-да-да, идем. Побежали. Сюда. О, тут челик вот этот ходил. Ага, он сюда, кстати, пошел, вот сюда, давай теперь ты пойдем. Иди, Дима, смотри. Сейчас будет скример, смотрите, ребята, 100% говорю. Где-то здесь этот челик вводится. Вот тут кость видел. Вот, бери ее, выкидывай ее. Не берется. А что такое? Я не мог взять. Ничего страшного. Тут нету. Дима, все, я спускаюсь вниз, короче, пойду делать эти костяшки. Я попробую прыгнуть с контролом. Да? Не, я спущусь как цивилизованный. Не, нельзя спускать. Разработчик все продумал. Так, бежим. Вот где моя костяшка, а вот она сюда упала. Так, сюда. Так, и еще что-то упало. Во. Димас, мы еще какого-то дьявола соберем. Димас, все, работает, Димас. Я иду. Ого, что-то землетрясение жесткое. О, какого-то этого демона вызвал, Димас. Вопа, смотри, зеленые руки у него. Это что, водолей, что ли? А он сам зеленый. Мужик, ты что, жаба? Он, короче, синий такой, зеленый. Мы умерли или живые? Hellways. Hellways. Спасибо за игру. Сделал Big SG21. Неплохая карта, но короткая. Человечек. Чего я поставили 4 звезды? Ребята, напишите в комментариях. Я бы этой карте поставил бы 5 звездочек. 4 звезды поставили из-за того, что она короткая. Но она прикольная. Скорее всего, да, потому что она короткая. А так бы я, Димас, тоже бы поставил этой карте. Нет, 5 звезд. 4,5. Да. 4,4. Друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!